Всім привіт! В ефірі музикальна академія Junior. Сьогодні наші конкурсанти поють пісню, яка їм більше всіх подобається. Ведь я не буду сражаться в номінації «Пісня на вибір». От ми і побачимо, які в них музичні смаки. Очень важно, чтобы они понравились нашим жюри. А теперь давайте объявим наши самые лучшие жюри. Поэт, композитор и продюсер Андрей Француз. Хореограф, шоумен Андрей Царь. Народная артистка Украины, композитор и ведущая Алла Попова. Та зустрічайте оплесками український композитор, народний артист України Олександр Йосипович Злотник. А з вами, як завжди, ваші незмінні ведучі, ярка і харизматична Поліна Дамаскіна. Драйвовий хуліган Лук'ян Храновський. Наша маленька принцеска Аріна Ніконова. І ярка Маша Феніна. А ми розпочинаємо наш ефір і нагадуємо вам, що у нашому грін-румі вас будуть веселити наші друзі, колеги Олександра Супруненко, Микита Лях та Коля Задерей. Всім привіт, ми привітуємо вас на музикальній академії Junior в нашому теплому і уютному грін-румі. Надіюсь, наші учасники покажуть себе ще краще, і наші журі справедливо оцінять їх номера. Ну что ж, а ми чекаємо вас тут, ребята, держимо за вас кулачки і желаємо вам тільки удачі і победи. Дякую тобі. І слухай, Марійко, ось я дуже люблю пісню, яку буде виконувати наша наступна учасниця. Сама конкурсантки, я симпатизую. Класна дівчинка. Зустрічайте, Дашкова Поліна, Україна! Я, наверно, птица ручна. Ваш
Алина, смотри, как за тебя болеют зрители. Ты очень хорошо поешь. Что на это скажет жюри? Здравствуй, Полина. Здравствуйте. Тебя очень тепло встречает зритель. И от себя могу сказать, ты определенно вызываешь симпатию. Когда смотришь на твое выступление, хочется улыбаться. А сегодня это дорогого стоит. Молодчинка. Спасибо. Да, я скажу здравствуй. Здравствуйте. Начала очень хорошо. Не, правда, выступление очень хорошее, но местами ты выходила из состояния и начинала думать. Особенно мне показалось, что именно танец, он должен дополнять, а он тебя чуть-чуть садил, энергетически. А так мне все понравилось. Спасибо. Да, и следить за звукоизвлечением. Все-таки чуть глубже петь. Свободнее, не на связках. Спасибо. Пожалуйста. А теперь посмотрим, какие оценки поставят жюри нашей конкурсантке. 10, 9, 9, 9. Спасибо. А теперь, пожалуйста, проходи в грин-рум. Иди сюда. Ты молодчинка, ты достойно открыла младшую категорию 3-го тура. Я тебя поздравляю, оценки хорошие, ты довольна? Да, очень даже. Очень. Да. Ты осознаешь, что сегодня последний день, последнее твое выступление на музыкальной академии Junior. Твои эмоции? Не хотелось бы. Нет, не хотелось бы. Еще хотела бы. Да. Ну, мы подумаем. Встречайте, Музыйчук Илья, Украина! Он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в бою напевал он всюду песенку свою. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел, и никто ему по-дружески не спел. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, ти просто молодчинка, це дуже запальна пісня. Глядачі, вам сподобалося? Ти бачиш, їм сподобалося. Давай 5. Журі, як вам? Ілля, я зрозуміла, що ти капітан, а це твоя команда. Ну тоді тобі і команді респект і браво. Дякую. Як по мені, все реально дуже круто, але саме головне... Что я увидел для себя? Внутри тебя есть огромнейший потенциал. То есть ты еще не даешь то,
чем на самом деле внутри являешься. Это несмотря на то, что все было реально очень круто. И подача была правильная. То есть ты играл. Играл очень хорошо. Ребята, подтанцовка, театр дополнили. Вот. Но что касается еще хотел по Илье. Не бойся местами, знаешь, быть где-то смешным. А то ты так глаз, раз-раз-раз, и глазки побежали. Да? Не бойся самоиронии такой. А так все очень круто. Спасибо тебе. Дякую. А как вы оцените нашего конкурсанта? 9, 9, 9 и 10! Дякую. Мої друзі тебе вже чекають у грін-рум. Проходь до них. Илья, проходи к нам. Моряк. Нам с Колей очень понравилось твое выступление, и у нас есть пару вопросов. Скажи, пожалуйста, ты умеешь плавать? Так, я умею плавать. Представь себе такую ситуацию. Ты упал за борт корабля в открытое море, а корабль уплывает. Что бы ты делал? Поплыл бы за кораблем. А представь, если тебя в этот момент схватила за ногу акула. Что бы ты делал? Ничего. Я знаю, что бы он делал. На самом деле, Илья у нас знает карате. И прямо сейчас ты нам покажешь пару приемчиков, чтобы нам было не страшно ходить по вечерам в темных подворотнях. Давай, мы готовы, учи нас. Что нам делать? Агиуки. 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 Надо кричать? Давайте на счет три. Раз, два, три. Агиуки! Кья! Ладно, а пока мы тут будем учиться карате, мы передаем вам кья-кью-кью-кью ведущим. Дякую тобі, Колю. І слухай, Марійко, я, наприклад, з нетерпінням буду чекати завершення ефірів музичної академії, щоб нарешті дізнатися, хто ж все ж таки переміг. А зараз на сцені Круценко Марія, Україна. Зустрічайте! Очень красивая улыбка. С
Спасибо большое. Посмотрим, заценили ли это наше жюри. С тобой хотелось улететь. Ты прям летела. Не хватало, чтобы ты тут еще взлетела. Вот мне лично. Так очень понравилось. Молодец. Спасибо. Маша, я так понимаю, эта песня была написана специально для тебя? Ну, да, почти. Ну, я желаю, чтобы вот текст песни в твоей жизни реализовался, чтобы у тебя был и Париж, и Мадрид, и восторженные глаза зрителей, чтобы у тебя все было хорошо. Спасибо. Спасибо тебе. А теперь оценки. 9, 9, 9 и 9. Молодчинка проходит до грин-рум. Умничка, привет! Как твои дела? Отлично просто. Супер. У меня есть к тебе такой интересный вопрос. Смотри, у тебя есть на выбор любой голос любого известного артиста. Скажи, какой бы ты голос выбрала? Вот Коля бы выбрал, наверное, Моисеева, да? Подойдет? Ну, конечно же, моя любимая соведущая. А я бы, я думаю, что я бы выбрала голос какой-то украинской зирки. Зирки? Зирки именно, да? Да. Правильно, надо говорить на украинском языке. Ну, хорошо, пока мы тут будем фантазировать, мы передаем слово нашим ведущим. Зараз на цю сцену вийде учасниця, яка вже встигла стати улюбленицею журі, бо вона заробила усі десятки. До победы осталось совсем немного. Нино, давай, ты сможешь. Зустречайте, Басилая Нино, Грузия! Спасибо. Жюри, что вы на это скажете? Нино, молодец. Эмоционально, артистично, чисто. Высшая оценка, я думаю.
Как всегда. Глубоко, честно, вот что самое важное, осознанно. Ты не просто понимаешь, ты осознаешь все. Ты все знаешь, знаешь, как тайна, ты знаешь какую-то тайну. И вот она в тебе очень сильна, это очень круто. Я прям аж до мурашек, я сидел, слушал. Я даже смотрю и вот растворяюсь прям в тебе. Вот ты вижу, слышу и прям растворяюсь. Это очень важно для артиста, очень важно. Спасибо тебе. Спасибо большое. Ніно, я би сказала, дуже по-дорослому. Не по-дитячому складний емоційно і технічно твір. Ідеальне голосоведення. Красиві дуже вокальні ходи. По-дорослому. Браво. Спасибо. Я би хотів ще відмітити, дійсно, от підтримати колег, що ця пісня очень сложная. Она сложная и по мелодике, и по динамике. И не всякий взрослый может справиться с этой песней. Тебе сколько лет? 10 лет. Ну, я тебе скажу, если ты в 10 лет так сумела исполнить эту песню, то у тебя очень хорошая перспектива. Спасибо большое. Спасибо тебе. Ваши оценки? 10, 10, 10, 10. Спасибо большое. Уже молодшинка. Проходит до грин-рум. Чинка, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Ой, хорошая. Умница, умница. Спасибо. Все три выступления и все десятки. Ты большая молодец. А теперь спасибо. Давай после такой серьезной песни мы тебя немного повеселим. Ну, или поспрашиваем тебя каверзные вопросы. Слушай, как ты думаешь, на Марсе будем жить когда-то? Надеюсь, мы вдвоем только. Ну а когда же люди попадут на Марс? Не знаю. Наверное, слушай, если будут много чего делать хорошего, и да, все у них будет круто, и тогда, может быть, полетят на Марс. Например, чего хорошего? Ну, не знаю, делать добро людям, ну, быть хорошим человеком, ну, не обижать никого, не знаю. Я уверена, что у нас Нино отличный и хороший человек, и скоро она полетит на Марс. А мы передаем слово нашим ведущим на сцене, да? Молодец! Этот конкурсант запомнился мне очень длинными нотами. Я такое в первый раз слышала. Я сподеваюсь, еще на останний. А еще он в прошлом выступлении заболел и не получил хорошей оценки. Таке буває, але нічого, він зараз добре себе почуває. Зустрічайте, Есил Жейков, Казахстан! Шыққаныңда шоғылының жадырап, тәжімедер саған шықты затырап, ару көр.
не сил. Это было очень мощное выступление. Интересно, что на это скажет жюри? Не надо было себя сдерживать. Местами видно было, тебя прям рвало, а ты сжимался. Не надо было этого делать. А так, именно мужик. Спасибо. Ошибки, к сожалению, были и сил те же, что и в прошлый раз. Но меньше. Для меня это загадка. То ты поешь чисто, крепко, крепко, хорошо идешь, а потом бах, и уходишь в другую тональность. На это надо обращать внимание. Так что, пожалуйста, педагогам обратить внимание, то есть, чтобы ты держался в тональности. А так эмоционально, сильно. У тебя очень красивый тембр, очень. Просто потрясающая национальная мелизматика, голосоведение. Так не всякий взрослый споет, как ты сегодня спел. Особенно фрагментами. Спасибо тебе. І скільки балів ви поставите нашому учаснику? 9-9-9-9. Ти молодчинка. Проходь до наших друзів. Ребята, особенно девушки, прошу заметить, не каждый день встретишь три элегантных мужчины в бабочке в одном месте. Ну что, рассказывай, как впечатление? Нормально. Я всегда вас встречаю с тобой, да? Ты всегда такой позитивный и очень энергичный. У тебя там моторчик где-то? Да. Девчонки, а кто-нибудь мне расскажет, что такое форте и пьяно? Лукьян, ты еще уже не первый раз ведешь эту передачу и до сих пор не знаешь? Скажу тобі одне, що форте – це гучно, а п'яно – це тихо. А, я понял. Тогда давайте поддержим нашого следующего исполнителя на форте! Встречайте, группа Fresh! Себе десь таке місце.
щасливих людей. А пам'ятаєш наш новий рік в електричці і Лондон як на відкритці, місце щасливих людей. Дівчатка, ви просто молодці, дуже чуттєвий виступ. Посмотрим, що скажуть на це журі. Це потрібно всім і постійно пам'ятати, як важливо цінити життя, радуватися і просто жити, вот, відкриваю, в першу чергу, жити від серця. Це дуже важливо. І ще немаловажно, іменно вот такі вот пісні, творчество, культура, повинні нести в масы, именно вот мир во всем мире. Спасибо, вы это донесли. Важно, очень важно. Молодцы, девочки, хорошая песня, хорошая работа педагога, грамотное голосоведение, аккорды. Мне лично понравилось, молодцы. И чувствуется. Дякуем. Чувствуется, что вам это болит, больно. Дорогі мої красуні, знаєте, я дуже хочу, щоб ви плакали лише від радості. Я сподіваюся, що саме зараз це просто сльози емоції і сльози пережити. Ти ще не вийшла із образу, так? Тому ти плачеш. Ти через своє серце пронесла зміст пісні, правда? Тому сльози, але дійсно ви маєте бути щасливими. Ви в такому віці виконали досить бездоганно. У вас прекрасний ансамбль в партіях. Це прекрасно. Іноді дорослі ансамблі не строять, як то кажуть. А ви чудові були. І така була емоція, вона зростала. І ми під кінець самі хотіли плакати вже разом із вами. І знову ж таки від радості за вас. Браво. Дякуємо. Да, я хотів сказати, не завжди важливо в виконанні ноти і сила голоса. В даному випадку дуже важливо донести содержание пісні. И видно, что вы постарались сделать именно это, и это у вас получилось. Спасибо. Дякую. А теперь оценки. 10, 10, 10, 10. Дякую. Дякую. Идите в грин-рум, пожалуйста. Спасибо вам большое за невероятное исполнение. Прекрасно, мурашки по коже. Полина, Полинка, не плачь, пожалуйста, а то наша ведущая на сцене уже плачет. Ребятки, как у вас дела? Ничего. Все добре. Добре. Все хорошо? Слушайте, ребята, есть такое понятие, что талантливый человек талантлив во всем. Но я не согласен. Вот, к примеру, я еще тот художник от Бога. Но я, например, готовить не умею. Да-да-да, это я заметил. Постоянно тут голодный хожу. А у вас есть какие-то увлечения, кроме вокала? Да. Ми займаємося акторською майстерністю, хореографією. Ні, цим займаються всі артисти, не інтересно. Ну, ми любимо ще малювати, робити щось своїми руками. Наталя в нас готувати любить, вона мені казала. О, я міняю Сашу. Ми ведучі на радіо. Держи, пока. Так, ми ведучі на радіо і на телебаченні. Хорошо, вы большие молодцы. На прошлом эфире жюри много чего нажелали нашей представительнице из Израиля. Ну а в нашу чергу мы им побажаем, щоб її третій виступ був найвдалішим. Встречайте, Бар Грінзайт, Израиль! Зустрічайте оплесками! She got both feet locked down.
girl and she's on fire. Барт, ти просто молодчинка. Глядачі, підтримайте її. Ваші коментарі, Юрій. Барт, скажи, тебе силою заставили вийти на сцену, чи ти сама хотіла? Я сама хотіла. Ну, так чому ж це так, вроде, ух, так страшно? Раз ти хотіла, улыбайся, живи на сцені. Дыши, радуйся, що от тебе всі видять. Ти хороша дівчинка. Талантливая. Ну, не надо так пугаться все время. Хорошо? Ну вот, молодец. Скажи, пожалуйста, а что тебе больше нравится? Смотреть мультфильмы или выступать на сцене? Выступать на сцене. Вот, и это главное. Если ты будешь любить сцену, любить зрителя и стараться все время совершенствоваться, заниматься с преподавателями, то рано или поздно ты добьешься своей цели. Спасибо тебе. Терпение и труд – все перетрут. Спасибо. А теперь ваши оценки. 9, 9, 9 и 8. Молодчинка, проходи до грин-рум. Барумничка, мы тебя ждем. Подходи к нам. Подходи к нам. Иди сюда. Ты умница. Ты умница. Вар, сколько тебе лет? 7. Сколько? 7. 7 лет. Ребят, между прочим, это самая младшая участница нашего шоу. Видите, так что артистам... начинать свою карьеру никогда не рано. Всегда можно в любом возрасте. Ну что ж, мы передаем слово нашим ведущим на сцене. А пока, давай, Никита, качай ее. Наступна учасниця з України у другій номінації подарувала, ну, дуже велике задоволення нашим журі. Да, зажигательне було виступлення. Ярина, так держать! Зустрічайте, Ярина Тарас, Україна! На небо краї, ти наче зіронька ясна. Твою красу я серденьком вираю, і мобух людю що жерела. Твої простори наче вишиванка, барвисто розвідає та весні. Ми баєр зель руса, ми щоранку, даруючи веселкий осяні. Карпатські гори, озера, ріки і поля. Хай пісня моя вине над простором, розкаже вам, яка вона земля. Твої простори наче вишиванка, барвисто розвітають на весні. Ми баєр зель росами щоранку, даруючи веселки осяні.
Дякую тобі, Ярина, за твоє виконання. Ми за сценою там так танцювали. Журі, признайтесь, ваші стульчики тоже ходили ходуном? Самое главное, ты пела душой. Вот и тут вот в такой маленькой девочке видно большая украинская душа. Класс, спасибо. Дякую вам. Есть определенные вопросы. Может быть, еще больше заниматься вокалом. Может быть, с возрастом у тебя голос станет плотнее, сильнее. Но мне очень нравится твоя эмоция. Мне очень нравится артист, который живет в твоей душе. Спасибо тебе за это. Дякую. Ти знаєш, я відчула, що ти живеш з Україною в серці. Не кожна людина так щиро може відтворити цей зміст, пісню, показати це очима, жестами, навіть танком своїм. І найголовніше, що в тебе комплексний підхід до створення образу сценічного. Ти не просто стоїш. Хоча така пісня ти могла просто показати руками, подивитись очима, а ти все зробила. І ти не втомилася при тім. Можливо, з-за того тобі було трішки важко і співати в другому приспіві, тому що неможливо рухатися і наживо співати на 100%. Або-або. І тому там, де в тебе посилюється динаміка, так, і де емоція зростає, там треба, можливо, щоб за тебе попрацював балет. А ти вже співала і доспівала далі в повну силу, розумієш? Надалі нехай тобі допомагають все ж таки твої брати і сестри чи твоя команда, правда? А так ти справжня артистка. Я думаю, в тебе теж є майбутнє на українській сцені. Дякую тобі. Дякую вам. Тепер оцінки. 10, 10, 10, 10. Дякую. А тепер проходи в грін-рум. Молодчинка. Красавица, ты очень круто спела. Знаешь, очень круто, когда делают такие современные аранжировки на украинские песни. Мы со всеми участниками танцевали по твою песню. Слушай, что для тебя значит счастье? Например, для студента счастье – это сон, сам понимаю. А для тебя что? Для мене щастя, як для співака, це бути на великій сцені, слухати хороші, і не дуже коментарі. Мне кажется, это слова уже состоявшейся артистки. Ну что ж, мы тут веселимся, отдыхаем и передаем слово нашим ведущим. Па-па! Ось слухайте, друзі, я, наприклад, вважаю, що співати у третій номінації дуже тяжко, тому що учасники виконують свою останню пісню. Я лично за дівчаток буду переживати. Ну ладно, а я за мальчиков. Поки ви тут хвилюєтесь, я оголошу нашого наступного конкурсанта. Зустрічайте, Аделіна Мухамеджанова, Казахстан! Береги, а в Африке.
Аделіна, ти напоминаєш мені милого мультяшного героя. Твої кучерики просто заворожують мене. А вам, журі, сподобалося? Нам сподобалося. Аделіна, ти малочинка. Скільки тобі лет? 7. 7 лет. В 7 лет ти вже стоїш на большой сцені. У тебе в другой стране. У тебе такой красивий костюм. Тебе аплодують зрителі. Разве это не прекрасно? Молодчинка. Спасибо. Я сейчас скажу. А скажи, ты смотрела «Красную шапочку», да? Да, конечно. Вот, мне... Ты прям, ну, это реальная «Красная шапочка», это правда. Я просто скажу, но это ни в коем случае не критика, хорошо? Конечно. Вот, просто если все мы видели и все мы помним, открыто очень пела. То есть она пела «а-а-а», и она прям видела и представляла, она дышала тем, о чем пела. Вот, а ты чуть, видимо, переживала, да? Было такое немного? Да, конечно. Ну ничего страшного, не, круто было. Вот только нужно через это переходить, переходить и идти дальше, дальше, дальше. Спасибо тебе. Браво, тебе Украина аплодирует. Спасибо большое. А теперь ваши хорошие оценки. 10, 9, 9 и 10. Спасибо большое. Проходь до грин-рум. Беги к нам, маленькая красная шапочка. У нас нет волка. Слушай, хорошая дикция, как сказали, это залог успеха хорошего ведущего. Не то, что Саша. Сказал Коля. Мы любим друг друга. Слушай, так может ты нас потом заменишь и будешь вести вместо нас грин-рум? Ладно. Ну ладно. Вот так вот и подписываются контракты. Ну хорошо, мы тут отдыхаем и передаем слово ведущим. Маша, мені просто не віриться, що вже закінчилися виступи молодшої категорії. Да, мені теж. Все пролетіло дуже швидко. Я навіть не встигла устати. Коли робиш щось із задоволенням, ніколи не втомлюєшся. Ну а ми желаємо вам завжди робити те, що вам подобається. Па-па, друзі! Пока! Зайшов же місяць, дай зачорну хмару, шукає матінка своїй дочці пару, шукає матінка своїй дочці пару, шукає, шукає багатого сина. Зроблю собі крила, дай буду літати. Зроблю собі крила, дай буду літати. Полечу до сонця, доленьку просити. Ой, дай мені пару, щоб любові жити. Дай
жити, хлопця молодого.